К другим темам. Стандарты достойного труда обсуждали сегодня на собрании объединения организаций профсоюзов Кабардино-Балкарии. Участие в нем приняли депутаты парламента и представители администрации главы республики. Проект документа разработан по четырем направлениям в сферах заработной платы, занятости населения, социального партнерства и страхования. Обсуждается он во всех регионах одновременно. По мнению профсоюзов, МРОТ, равно как и прожиточный минимум, удовлетворяет лишь минимальные потребности человека, но не качество его жизни. Потому предлагают существенно изменить систему начисления зарплаты, за основу взять минимальный потребительский бюджет. В него входят более высокие нормы потребления, в том числе и платные услуги. Согласно проекту, меняется и размер оклада. Именно он должен быть не ниже МРОТ, а не начисленная зарплата в целом, как сейчас. Оплачивать работу предлагают по степени профессиональной квалификации, не ниже прожиточного минимума. Предлагают установить размер пенсии. Сейчас он составляет около 70%. Свои предложения профсоюзы республики направят в федеральную организацию, а в декабре этого года они будут обсуждаться в Москве на международной конференции с участием правительства России.